Доброго времени суток, уважаемые зрители. Это новая экспедиция, а значит, я нахожусь на ПТР-сервере, на который уже установлена первая часть будущего мартовского обновления. Признаюсь честно, изначально я крайне скептически подошел к восприятию нового данжа. И первые 20 минут, видя уже знакомые морды всех этих тентаклей, огромных мечников и прочих представителей биома порчи, я уже было думал, что нас будут кормить однотипными механиками и уже заранее заготовленным контентом. Однако все довольно быстро изменилось, когда на нас с двух ног и своей огромной дубины ворвался вот этот вот молодой человек. В сердце бури, помимо уже привычных нам мобов и связанных с ними механик, мы столкнемся с огромными черепами, стреляющими по нам лазером. Один из участников группы может создать защитный купол, под покровом которого команда должна дойти до турелей, из которой расстрелять бешеные глаза супостатов. В следующих зонах необходимо уничтожить фанатиков, которые создают огромную сферу, внутри которой наносится огромный урон коррупции. И если своевременно не убить всех фанатиков, то команда вайпнется. Ну а под конец данжа появляется огромный змееподобный лучник, совершенно новой моделькой, которую мы ранее нигде не встречали на просторах Этернума. К сожалению, после того, как мы около 3 раз вайпнулись, группа развалилась, и мы так и не смогли пройти его до конца. Но даже на нем представлены новые решения по сложности прохождения. Скажу сразу, данный данж будет очень тяжело проходить на мутациях, ведь даже его базовая версия вызывает сложности. Поскольку час уже поздний, уж не обессудьте, но на сегодня я ограничусь лишь беглым взглядом на новый данж. А уже завтра поговорим про мушкетон и прочие изменения ПТР. Оставайтесь на связи, и услышимся уже совсем скоро. До новых встреч!